Ребенку нужно показывать фотографии китайцев. И ему нужно объяснять, что в Китае живут миллионы китайцев, а в Африке живут миллионы черных. Ребенку нужно показывать как можно больше, и чем больше он видит, тем шире его сознание. Если ребенку ничего не показывать, если он вырос в своем округе Вихокин и ничего кроме вихокинцев не видел, он будет ограниченным вихокинцем. Вы это понимаете? Вот откуда разница. Разница кругозоров. Чем больше ты видишь, тем шире сознание. А чем меньше видишь, тем ты тупее. И Америка очень тупая страна. Откуда у нас эта земля? Мы отняли ее у индейцев.